Да не оскудеет человеческой добротой наша Россия. Именно эти слова мне хочется, ребята, сказать сейчас и повторять постоянно. Да не оскудеет добротой весь мир. И зависит это только от нас с вами. Перед вами новая малышка. Вот он на лапы не становится. Не встает на лапы. Ой, ой ты, Господи, ему на другой бок, наверное, надо. Блин, прям ударился. Так, он сейчас падает. Я буду звонить. Ее сбили где-то во дворе. Она доползла до балкона и упала. Ее увидела женщина. И с соседкой они вышли. Обошли дом. И попытались укрыть хоть немножечко собаку. А затем одна из них взялась за телефон. И начала обзванивать. Так мы узнали, что малышка травмирована и нуждается в помощи. И, разумеется, друзья, мы не смогли отказать. Ни сейчас, ни в прошлые разы. И никогда не откажем в будущем, если кто-то попросит нас именно о помощи для искалеченного, страдающего зверя. Друзья, мы не можем брать всех щенят. Мы не можем брать всех собак, которые нуждаются в помощи, которые ходят вокруг нас. Мы не можем помочь всем здоровым, выброшенным. У нас на это просто, друзья, не хватает сил. Но мы можем с вами попытаться помочь хотя бы тем, кто страдает от боли. От невыносимой боли. Переломанных, неспособных себя защитить и накормить. Друзья, перед вами Фанта. Девочка, которой посчастливилось встретить на своем пути двух добрых женщин, которые не остались равнодушными к ее тихому плачу и которые все-таки нашли место, где у Фанты появился шанс не только выжить, но и получить реальную помощь, прооперированной быть и, даст Бог, пристроенной в семью. Друзья, перед вами Фанта. И Новый год мы с вами начинаем со спасения новой лохматой души. Моя искренняя благодарность всем тем, кто был с нами все эти годы. И я надеюсь, что вы с нами пойдете и дальше, в новый 2021 век и в 2021 год. Добра вам, мои хорошие. Надеюсь на вас, верю в вас и жду вас. Друзья, Фанта перед вами, а за кадром мой голос и моя просьба к вам. Друзья, у нас нет корма, и мы опять обращаемся к вам. Мои хорошие, у нас нет корма, и я всем сердцем, всей душой прошу вас, помогите нам, пожалуйста, перезимовать и не погибнуть от голода.
Привет. Дарья всем привет передает. У нас все хорошо заживает. Сегодня у нас будет вторая глистоконочка уже. Глистов, к сожалению, было очень много, но мы их почти победили. Малышка, давай, давай чуть-чуть, моя девочка. Давай с тобой сейчас съедим таблеточку. Не бойся, не бойся, не бойся, открой ротик. Молодец, моя сладкая, молодец. Наша кошечка послушная, все терпит, да? Тройные обработки. Моя сладкая зайка. Давай покажем всем, какие у тебя ранки красивые, как они заживают, да? Давай пока. Мы ничего сейчас делать с тобой не будем. Ой, Марчуш. К сожалению, сейчас видно, какая она у нас жирненькая стала. Иди, 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 гладить буду. Буду гладить. Вы посмотрите, как она изменилась. Какая она была такая страшненькая, все подранная. А теперь у нас вон щеки какие отъевшиеся. Сразу морда стала благородная, да? Марчуша, моя сладкая. Моя сладкая, молодец. Бока у нас тоже благородные, отъетые до невозможности. Да, Марчуш. Да, моя сладкая, да, моя девочка. Заигрывает наша кошка. Игруня наша. Да? Скажи, скучно сидеть. Весь день уже, скажи, сколько сижу в этой клетке. Ну, моя игрулька, игрулька, моя красотулька. Я прошу вас, люди, знакомые, незнакомые, я прошу вас, пожалуйста, помогите приюту. Всем сердцем, всей душой прошу. Пожалуйста, помогите нам выжить.